Уважаемые приднестровцы, от имени членов Прогрессивной социалистической партии Украины я искренне поздравляю вас с замечательным событием очередной 21-й годовщины независимости вашего государства Приднестровской Молдавской Республики. Вы видите, мир, в котором мы живем, несправедлив. Признают независимость Косово, Южного Судана и не признают независимость Приднестровья. Почему это так? Ведь есть же международные документы, фундаментальные документы. Это и Конвенция Монтевидео, и Международный пакт о гражданских и политических правах, и Всеобщая декларация прав человека, который четко, однозначно констатирует, что называется независимым государством, и главенствующую роль отводят воле народа. Воле народа, которая закрепляется решением референдума. Конечно же, Приднестровье по всем этим показателям, по всем этим нормам должно быть признано независимым государством. И вы абсолютно правы в своем стремлении именно таким видеть свою страну. Вы абсолютно правы в своей борьбе за независимость, за признание вашей воли. За эти годы славный путь прошло Приднестровье. Славный, я бы сказала, героический путь. Здесь, безусловно, велика роль людей, которые самоотверженно каждый день, каждый год боролись за сохранение страны, за достойную жизнь народа. Поэтому я искренне поздравляю вас с этим замечательным праздником. И желаю всей душой, чтобы эту независимость свою, эту гордость за свою страну вы сберегли навсегда. Я, как гражданка Украины, вижу, сколько проблем в Украине. Поверьте, не меньше, чем в Приднестровье. И мне горько, что такую позицию руководство Украины занимает по отношению к вам, к нашим братьям. Но я убеждена, воля народа, стойкость народа должна победить. Поэтому еще и еще раз вас с праздником. Удачи всем вам, благополучия, рассвета стране и, безусловно, признания государству. А потом, и я хочу, чтобы это было как можно быстрее, мы должны объединиться в единый новый союз. И тогда и приднестровцы будут чувствовать себя спокойно, защищенно, достойно. С праздником вас, товарищи!